Упрощенный порядок назначения и продления инвалидности будет действовать до 1 октября. Вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений без посещения инвалидом Бюро медико-социальной экспертизы. Гражданам не надо лично приходить в пенсионный фонд для продления пенсии по инвалидности. По временному упрощенному порядку органы МСЭ передают в пенсионный фонд все необходимые сведения. При наступлении даты, до которой была установлена инвалидность по итогам предыдущего освидетельствования, ее срок автоматически продлевается на полгода, как и право на пенсию и другие выплаты. Уведомление о назначенной пенсии и единовременной выплате поступит в личный кабинет гражданина на портале госуслуги. С информацией можно ознакомиться в личном кабинете на сайте Федерального реестра инвалидов. Ольга Тимченко, Кирилл Богаченко, Новости 21.